соревнования прошли хорошо. Родной город встретил с улыбкой, с цветами. Родные, близкие приехали встречать. А дождик не помешал? Нет. Все замечательно. Нас встретили, мы хорошо выступили. Мы довольны. Мы довольны. Сколько, хотим спать. Сколько шли к этому всему? Готовились долго, очень долго. А вам помешало то, что не работал водолей? Ну, да, естественно, отразилось на результатах, то, что не работает бассейн, то есть были перерывы в тренировках, и это, конечно, отразилось на результатах. Если бассейн работал, то я думаю, что результаты были бы лучше. А кто еще вас успел поздравить за столь короткое время? Ну, первый нас встретил начальник областного управления Садовский Александр Витальевич. Поздравил. Нам очень приятно, что один из первых нас встретил. Пока. Мы просто приехали раньше запланированного времени и быстро поехали по дому. Что-то ожидается, скажем так, в подарок как-то будет отмечено? Ну, это не от нас зависит. На что-то хоть пообещали? Не знаю. Ну, вроде бы как Романчук пообещал. Будем надеяться. Что-то. Мы не слышали. Как будем дальше готовиться? Пока отдых немножко. А сколько отдых тренер разрешает? Пока неделя, дальше опять на сбор, а потом уже полноценный отдых. А сборы где пройдут следующие? В городе Киеве. С какого по какое число? С 6 по 20 июля. Старшая сборная будет готовиться к чемпионату мира, и мы будем потихоньку, мы уже Диана вышла из юношеской команды и вливается в взрослую команду. На чемпионат мира она не планируется, но в подготовке она участвует. Угу. Ну а что вы, я знаю, прыгали тоже в синхроне, там у вас новых друзей, говорят, нашли. Что-нибудь пожелайте. Может быть, какие-то есть эмоции. Кому-то привет передать. Всем привет. Всем спасибо, кто болел за меня, кто поддерживал. Огромное спасибо. Вы сами довольны результатом своим? Говорят, они очень тяжелые. Тяжелые? Ну да, даже внешне они выглядят внушительно. Это полкилограмма. Но они стоят того? Конечно. Стоят ли?